Так, ребят, всем привет, с вами Борода, Elden Ring, и мы продолжаем писать эту чудеснейшую игру. Зажег я все костры, мы на реке Сиофра, и я думаю, я готов туда пойти, попытаться убить босса, посмотреть хотя бы на него и как он встает. У меня просто ноль рун, я никого не убивал, я все потратил. Сделал это, по-моему, вместе с вами. Так, делаем 4 на 2. Я думаю, мне костов хватит. Это будет очень много дамага. Поэтому я не переживаю. Фляг на жизнь надо будет, я думаю, гораздо больше. Ну, вы посмотрите, это прекрасно просто. Мы зажгли все. Выглядит это очень красиво. И мы, как цари, как победители, поднимаемся вверх, чтобы посмотреть на то, как он встает. Ну что, воскресни, враг мой. Так, попробуем прах использовать, если можно будет. Так, ну он дымится. Он, я думаю, я сейчас коснусь, и он оживет, и это будет жестко. Это прекрасно. Давай. Ну было бы круто, если бы он стал просто... Что? Что? Охренеть, здесь еще не просто бой, я думал, бой будет прям в том же месте, а нас так перекинуло, это как портал, офигеть, круто. Так, ну здесь чисто локация перед входом, я вас понял, все будет еще сложнее, здесь нету помощника никакого, я бы кого-то призвал. Так, пройти через туман. Ну, мы знаем, что будет, но так не хочется, но так надо, но так не хочется, ладно. Вон он, рогатый чудик. Так. Могу это сделать. Хорошо, делаем. Волков я призвал. О! Как я... Как? А как мне их убивать-то? Охренеть. Так мне тут уже флягу надо как бы. О, это жестко. Так я просто, я даже ж не попадаю по нему. Воу, вот вам и дух предка, я понял. Охренеть. Ого. Так он летает. А как бы, я же по нему ни одним костом даже не попаду просто. Это жестко. Давай еще раз. Давай посмотрим. Я готов ему посвятить целый выпуск. Пускай он будет не такой большой, но я готов. Ни хрена себе, я вам скажу. Это сильный босс. Это достойный противник. Это вам не лодочник. Ого. Ладно, еще раз. Давай. Я думаю, я погорячился с количеством этих фляжек на ману. Там можно сразу все на жизни забивать. Давай. Динь-динь-динь. 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 Ага, коня здесь я не могу-то вызвать. Вы поняли? Полетел? Нет. Нет, понял, не летишь еще. Хорошо, волки. Загорелся. Мой юный враг загорелся. Ай, больно-то как. Ну, слушай, я не... Сука. Как же ж тебя убивать-то? Вот пока он на волках отвлекается, это мой большой шанс... Но он-то и обо мне не забывает, понимаешь? Сейчас меня атакует. Кувырок, 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 хорошо. Фляжечка. Волки, давайте, давайте. О, полетел, все. Пока он летает, можно о нем забыть. Парни, не кипишуем. Пошел на меня, пошел. Чё ж ты на волков-то не агришься, слушай? Чё ж ты ко мне пристал? Есть прекрасные волки. Ну, играйся с ними, чё ты ко мне лезешь-то?
Я нормально его дамажу, я могу его убивать, в принципе, я вам скажу. Но все, у меня нету фляг. Ну все. Ну типа половину хп мы ему-то снесли, нормально. И волк ему что-то дамажит. Неплохо. Но проблема в том, что мне очень сильно не хватает хп. Все банки закинуть в хп я не могу, потому что мне по-любому маны не хватит. А бить его руками, ну, такое себе. Давайте я еще одну баночку поставлю в жизни. Но мне кажется, это будет ошибкой, потому что мне, ну, никак не хватит той маны, что у меня сейчас. Еще бы прокачать волков, но я не найду этих корней смерти. Короче, жестко. Давайте пробовать. Ну, мы ему половину хп снесли. Видишь? Половину реально снести. Если бы был конь, было бы идеально. Я бы смог от него уворачиваться. А без коня попробуй от него-то увернись. Не так-то это и просто. Он очень быстрый. Бросать меньше, чем один файер за раз, ну, тяжело, я вам скажу. Потому что, ну, это... Как же я его буду убивать-то? Непонятно. Ну, допустим. Давай. Интересно, без копья я буду более таким уродливым или нет? Ну, пошел, да, допустим. Ну, вот как ты меня сейчас? Я же даже не шел к тебе, типа. Чё ты меня дамажишь? Давай. Пролетел мимо, вот понимаешь, ну... У меня уже один волк остался, и все, и вафля. Волков тоже нету. Но этот раз еще хуже. Все. Даже половину не снес, быстро мы слились. Вот вам и рогатый. Хрен его убьешь. Ну что, я думаю, нам надо прокачаться. И только после этого к нему возвращаться, что ли. Не знаю. Медузу. Дух призрачный. Ну давай я попробую медузу. Я не думаю, что они намного будут сильнее. Давай призовем кого-то другого. Хорошо, допустим. Она будет побольше, возможно, у нее хп помощнее. О, так слушай, она же еще и стреляет, ни хрена себе. Ну, по 11 дамага, ну, но это же не серьезно. И что она по живучести? Ну, живучесть у нее ни о чем, да? Ну все, моя медуза померла. Файеры мои убогие, блядь, по нему не попадают. Зато он всегда по мне попадает, понимаешь? Ну ты чё ты скажешь? Ну ты понимаешь, нет, ну... Фух. Не, это невозможно. На данном этапе развития его убить нельзя. Тут я умываю руки, не вижу смысла на это тратить времени. Так что, ребят, вернемся к нему обязательно и обязательно его убьем. Не забудьте прожать Лукас и написать, убили ли вы его. Если да, то на каком уровне вы были и каким способом вы его убивали. Жду ваших ответов в комментариях.